слушателям привет, Алекс. Нахожусь возле супермаркета Sainsbury's. Сейчас собираюсь туда зайти. Так. Так, вот это самый, видимо, такой большой супермаркет. Здесь прям есть все, и бытовые товары, и продукты. Это еще больше, чем тот, который в моем районе. Так, а пришел я сюда за газировкой. Вот такой пак, 8 штук. Кока-колу стоит 5,50. Сэндвичес и снэкс. Такие типа ихние пиццы. Я такие не очень люблю. Всем привет, Алекс. Зашел в магазин и увидел вот такой набор. Ferrero Collection. Здесь Ferrero и Raffaello. Стоит 6,50. Пожалуй, возьму. Всем привет, Алекс. А здесь я еще увидел вот такую кока-колу в классической культовой стеклянной бутылке. Стоит она 4,20. Всем привет, я Алекс, пришел на кассу. Взял я сегодня кока-колу в классической стеклянной бутылке. И Ferrero. Так, общая сумма 10,70. Сейчас приложу свою скидочную карту. Она осталась такой же. Обошлось в 10,70. Go to pay. Пакеты не нужны. А карта. Прикладываю карту. Так, буду ее вставить. И ввожу пин-код. Так, сейчас пин-код введем. Сейчас вышел.